Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня у меня вот такая работа. Квадрат или большой квадратный мотив узором ананас. И у нас еще есть схема, что радует, потому что по схеме вязать всегда проще. Всегда можно посмотреть, если что-то я упустила, не то сказала. Схема есть. Вяжем по ней и смотрим, как вот такая красота вяжется. И думаем, куда ее можно применить. Начинаю вязать кофту-сетку вот с такой схемы, с такого узора. Хороший, яркий узор, все видно. 6 воздушных петель набираем и в петлю 24 воздушные петли. У меня пряжа хлопок, крючок 2,5. Хлопок пихорка успешная. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. В первую петлю замыкаем кольцом и провязываем 1, 2, 3. Это тоже столбик. Провязываем 24 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Провязали 24 столбика. Замыкаем в первую петлю. Все просто. 24 столбика с одним накидом. Теперь вяжем таким образом. 1, 2, 3. Это столбик. Воздушная петля. И в это же место вкалываем столбик. То есть, смотрите, вот такая галочка с одной воздушной петелькой будет у нас. Теперь вяжем в каждый столбик. Вот у нас следующий столбик идет. В каждый столбик 2 столбика. 1, 2, 1, 2, 1 галочка, 2 галочка, 2. Теперь привязываем 2 воздушные петли. 1, 2. Внизу один столбик мы пропустили. То один связали, один пропустили. В следующий вяжем 2 галочки. 1, 2 столбика. И еще 2. 2 галочки провязали. В третьей галочке мы вяжем воздушную петельку в центре. 1 столбик, воздушная петля, столбик. Еще 2 галочки. В каждый столбик по 2 столбика. 1 и 2. Это у нас галочка. И еще 1 и 2. Вот что у нас должно получиться с вами. 1, 2 галочка, 2 воздушные петельки. 1, 2. Галочка. Теперь с воздушной петлей столбик, воздушная петля, столбик. То есть наш узор такой. Первый ряд 24 воздушные петли. И теперь вот такие двойные столбики, но они делятся уже на 4 узора. Галочка, галочка. А с одной воздушной петли галочка, галочка, 2 воздушные петли. Опять вяжутся 5 сдвоенных столбиков, по центру воздушная петля. 2 воздушные. И вот таким образом нам нужно связать 4 раза. Вот мы с вами связали с одной воздушной петлей. Продолжаем. 1, 2. И 1, 2. 2. Это мы вот двойные провязываем в один столбик. Вот. Теперь 2 воздушные. 1, 2. Внизу пропускаем один столбик, а в следующий вяжем опять столбик и столбик. Столбик и столбик. Это у нас получилось 2 галочки. Третья у нас вяжется с воздушной петлей по центру. Вот она, воздушная петля. И еще 2 столбика. 1
сдвоенный и второй сдвоенный столбик. 1, 2. 2 воздушные петли. 1, 2. И продолжаем вязание. То есть у нас получится вот таких вот 4 узорчика. Просто и по 5 сдвоенных столбиков. По 5 сдвоенных столбиков. Присоединяемся. И вяжем третий ряд. Третий ряд у нас вот такой вот, там, где сдвоенные 2 воздушные петли были. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков с одним накидом. Вот, а мы с вами в центре сдвоенного столбика. Мы сейчас вот так вот сделаем. И провяжем 1, 2, 3. Пропускаем 2 столбика. Вот эти 2. И в арочку вяжем 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 воздушные, 1, 2, 3. И где наш вот такой столбик расширенный? Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, такую вот петелечку, и 3 воздушные, 1, 2, 3. И точно так же 8 воздушных, то есть вот такой у нас узор должен получиться. Вот такой у нас получается квадрат, 4 стороны. Мы их связали ровно, разграничили наши узоры. 3 воздушные петли мы заканчиваем. И соединительный столбик, то место, откуда начинали. Теперь вяжем следующий ряд. 1, 2, 3 воздушные петли. В это место вкалываем столбик с накидом. 1 воздушная и еще 2 столбика с одним накидом. У нас такой веерок получается. Вот такой. 3 воздушные, 1, 2, 3. И там, где, извините, я вначале ошиблась, 8 сказала столбиков, а по ходу их было 9. Ну, то есть, не посчитала. Все 9 столбиков вяжем столбик с накидом, воздушная петля. Столбик с накидом, воздушная петля. Вот, довязываем до последнего. 3 воздушные петельки и столбик без накида в петлю. 3 воздушные петли, 9 столбиков. На схеме это выглядит вот таким образом. 9 столбиков, 3 воздушные петельки. Отряд довязали. Вот 3 воздушные петельки, такой веерочек. 3 воздушные петельки, 9 столбиков с одним накидом и воздушная петля между ними. Вот что у нас должно получиться. Мы провязали вот такой веерок, 3 воздушные петли и 9 столбиков с одним накидом. Вот. Теперь будем вязать ананасы. Переходим к узору. 3 воздушные петли. В третью воздушную петлю мы с вами присоединяемся. Переходим соединительными столбиками в самый центр, вот сюда. И вяжем 1, 2, 3. Это столбик с накидом и столбик с накидом. Воздушная петля, еще 2 столбика, 1 и 2, воздушная петля, провязали с вами один веерок, и еще точно такой же веерок вяжем, 1, 2, воздушная петля, и еще 1, 2, все. 3 воздушные. 1, 2, 3. И теперь там, где у нас было 9 воздушных, 9 столбиков с накидом, в первую воздушную петельку столбик без накида. 1, 2, 3. В следующую столбик без накида. 1, 2, 3. То есть мы с вами вяжем узор ананас. 1, 2, 3. Такой классический. 1, 2, 3.
то же время делаем расширение. Раз, два, три. Для вязания квадрата. Раз, два, три. Один, два, три. Вот. Здесь у нас будет ананас. Три воздушные петли всегда. Раз, два, три у нас будет. И рядом с ананасом вот наш узор веерочек. Вяжем в двойном размере 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика, 1, 2, воздушная петля и еще один веерочек в это же место вкалывания. 1, 2, воздушная петля, еще 1 и 2. Вот такой должен узор получиться. 4 столбика и вот так. 1, 2, 3, 4. 4 группы из 2 столбиков. И узор ананас. И повтор. То есть мы с вами связали вот эту основу все. И теперь у нас будет 3 воздушные петельки. Каждый раз будет уменьшаться. Мы связали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 4 и так далее. Там, где рядышком будут всегда 3 воздушные петли, и всегда будет идти вот такой веерочек с двух сторон. Мы с вами провязали вот этот ряд. В следующем ряду мы также продолжаем вязать веерочки, но между веерочками вяжем столбик с одним накидом, потом 2 столбика, потом 3, и также соблюдаем 3 воздушные петли. И потом начинаем вязать 1, 2, 3. В четвертом ряду начинаем вязать уголок. Вот такой у нас с вами получается уже квадрат. Мы его довязываем, 3 воздушные петли. Всегда присоединяемся в третью воздушную петельку, с которой мы начинали вязание, с соединительным столбиком. И переходим в центр веерочка вот сюда. Теперь наша задача провязать здесь 2 веера. 1, 2, 3. Столбик с накидом, воздушная петля, 1, 2, воздушная петля, 1, 2, воздушная петля и еще 1, 2, 1, 2, 3 воздушные петельки. Находим между столбиками, там где у нас была воздушная петля, столбик без накида вяжем. 1, 2, 3. Между столбиками вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. И все время вяжем так вот, все несложно. Вот такая красота получается. Один рядочек я провязала дальше. Я вам объяснила по схеме и провязала сама. Смотрите, вот наш ананас. Да? Мы провязали по 3 воздушные петельки. В следующем ряду мы опять за воздушную арочку столбик без накида вяжем. И провязываем уже 1, 2, 3, 4, 5, 6. Было 7, 6, 5 и 4. Там, где у нас с вами было 2 веерочка. Вот 1 веерочек и 2. Мы провязываем веер в центр, 3 воздушные петли, столбик в центр и веерочек. 3 воздушные петли мы оставляем все время в этом месте и все время здесь. Вот, то есть у нас вот такой вот получается узор. Ананас в каждом ряду становится чуть меньше и расходится по углам. Это у нас будет уголочек, наш веерочек. Давайте еще один рядочек провяжем. Присоединяемся. 3 воздушные петли. Переходим в центр веера. Вяжем 1, 2, 3. Столбик с накидом. Воздушная петля. Столбик с накидом. 1 и 2. Узор меняется таким образом. На увеличение. Мы с вами провязали вот этот узор. Теперь этот узор. И дальше у нас будет увеличение. 2 рядочка. Увеличение будет.
У нас было две арочки, теперь будет три, а потом будет 4. И уголок. Уголок, который будет все время повторяться. Связали веерочек. Раз, два, три воздушные петли. Не меняются. У нас две арочки, нужно 3 получить. То есть мы вяжем в первую арочку столбик с накидом. Раз, два, три. И во вторую. Раз, два, три. И веерочек в центр. Столбик с накидом 1, 2. Воздушная петля. Столбик с накидом 1, 2. Вот расширение. В следующем ряду у нас будет 4 окошка. Мы будем провязывать здесь, тут, тут. И у нас получится 4 окошка. Также 3 воздушные петли не меняются, вяжутся все время. И все время идет уменьшение ананаса за счет того, что мы в первое колечко провязываем столбик с накидом. 2, 3 воздушные петли. У нас идет уменьшение. Изначально было 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все время 3 воздушные петли, все время веерочек рядом. С одной стороны и с другой. И идет все время расширение. Расширение, оно всегда после веерочка столбик, арочку, арочку, арочку. Сколько арочек, столько столбиков. Между ними 3 воздушные петли. Вяжем все по схеме, все несложно. Надо... Вот такая красота уже получается. То есть мы все связали по схеме. Вяжем наш ананас, расширение в уголочках. И смотрите, хотела что еще сказать. Я провязала вот до, уже до 4 ажурных таких вот филейных квадратиков. За счет чего они увеличиваются? За счет того, что вот, допустим, у меня сейчас 4, и мы в каждом узоре, что мы делаем, привязали самый наш веерочек начальный, вяжем 1, 2, 3, и по центру столбик с накидом. То есть у нас уже изначально мы ничего как бы не делаем, но если посчитать, у нас уже будет не 4 квадратика, а 5. За счет того, что в самом начале мы всегда начинаем 3 воздушные петли, и за счет этого вяжем в центре узора, у нас идет прибавление. Здесь мы свяжем вот таким образом. 1, 2, 3. Будем выделять уголок. Связали 2 филейных квадрата. 1, 2, 3. И в центр столбика мы вяжем галочку. Столбик с накидом. 1, 2, 3. 3. И столбик с накидом. Вот. То есть мы еще сделаем прибавочку. 1, 2, 3. Провязываем по центру. Один, два, три. Провязываем по центру. Один, два, три. То есть вот так вот еще делаем расширение. Веерочек у нас наш довязываем, как он есть по факту. 2 столбика воздушная петля, 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, всегда, всегда. Вот наш ананас, мы его продолжаем в центр столбик без накида. 1, 2, 3. В центр столбик без накида. 1, 2, 3. В центр столбик без накида. 1, 2, 3. То есть ананас вяжется всегда, всегда одинаково. Мы начинали. Количество у нас петелечек было. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 5, 4, 3. Вот сейчас 3. То есть здесь никаких нюансов нет. Всегда 3 воздушные петельки в начале и в конце. И расширение уголочка. То, как мы сейчас связали. Вот. Как это выглядит на схеме? Выглядит вот таким образом. Мы сейчас с вами дошли до вот такой галочки по центру. Следующий ряд у нас также вяжется просто. Постоянно прибавляются за счет того, что мы вяжем 3 воздушные петли и по центру столбик. Довязываем до уголочка и провязываем 2 галочки. Также 3 воздушные петли. В следующем узоре просто галочка, как здесь. Вот просто галочка.
Давайте еще пару рядочков свяжем самостоятельно, и потом я покажу завершение ананаса. А здесь у нас все идет в уголочке расширения, которое все время повторяется. То есть вот так чередуем. Равномерное прибавление идет за счет этого. Вот. И заканчиваем ананас. В том месте, где мы с вами провязали, ананас уменьшился. Потом, в том ряду, где у нас последний раз ананас был, 3 воздушные петли, 3 воздушные петли. В следующем веерочек и веерочек. Вот. Идем дальше. На схеме все это показано, все это есть. Обязательно посмотрите, как все это вяжется. Вот. Теперь последний узор ананаса мы вяжем так. Один столбик, второй. Воздушная петля. И с другой стороны столбик. Раз и два. То есть мы завершили вязание ананаса вот таким образом. Теперь вяжем уже в следующем ряду без ананаса пустые клеточки, увеличивая только вот по нашим углам. Все везде остальное. Вот такой у меня получился квадрат, квадратный мотив ананасы. Небольшого размера, но все красиво. Мне кажется, что можно придумать это как наволочку, да, на подушку. Или если из толстых ниточек, может быть, это будет ковриком. В моем случае это будет кофточка из двух вот таких вот квадратов, кофта-сетка, как сейчас модно. Огромное спасибо, если досмотрели до конца. Вязание достаточно несложное. Ананасы, схемы есть, очень известный, популярный узор. Все рядочки мы с вами связали. Самое главное начало, как делится на квадраты, как вяжется ананас, и все это есть. Предлагаю посмотреть и подумать, что можно с этого связать. Подписываемся на Яндекс.Цен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной. До новых встреч. Пока-пока.